Добро пожаловать на канал Подтекст. С вами Квен. Final Fantasy X. Мы продолжаем. Проходить эту замечательную игру. В прошлой серии мы сразились с Эймуром. Разве... Я почему-то помню, здесь была загадка с этими подставками. Но, судя по всему, их уже... О, нихера себе. А, ну да, мы будем проходить... Фига себе, у него сальтуха. Это прям Леон Кеннеди в 16 лет на пике своей юности. Ну, учитывая, что тут есть маленький Осман Садлер, значит, есть и молодой Леон Кеннеди, тут обязательно он должен быть. Так, я помню в прошлый раз, это такая загадка нудная была, сложная, но, судя по всему, мы ее легко пройдем. Потому что я уже знаю принцип, как она проходится. В общем, сначала мы эту статую толкаем вперед. Да, сука. Ну, толкни ее. Нам нужно сначала спустить эту статую вниз. Поскольку она нам откроет один секретный проход. А, нет, это если ты... Ладно, пока что я не буду ничего говорить, пока я сам не смогу... Да, точно, вот эта вот херня под статую. То есть, надо ею в первую очередь заняться. Но сначала мы достанем вот эту... А где сфера? Здесь же была сфера. Ладно. Поднимемся наверх. Где-то должна быть сфера. Она отличается от остальных. По крайней мере, должна... А, вот она. Вот она, глиф-сфера. По-моему, она где-то здесь открывается. Или здесь, или там. Ладно, вот скорее... А, да. Ее. Она, получается, убирает то, что замерзло. Я помню, в свое первое прохождение я, наверное, час, даже больше часа потратил на вот эту загадку. Потом выяснил, что она не такая уж и сложная. Посмотрим. Сначала. Сука, я что, не смогу подойти, что ли? А, вот. Толкай. Там будет еще одна сложная загадка. Там уже будет планетарного масштаба. Там будет дохера таких вот сфер. И там нужно будет на определенные платформы то ли вставать, то ли что. Сложная загадка, а здесь она, ну, не такая сложная. Могло быть и хуже. Так, ага. Теперь это. Да. И самую последнюю только. Да, сюда. А, нет, не сюда. Сюда. Осталось куда-то ставить последнюю. Там последняя платформа осталась. Скорее всего, она вот сюда, да, вставляется. Тут еще можно решить одну загадку. Ну, попытаемся это сразу сделать. Во. Мы, конечно, могли бы пропустить ее, но... Все-таки... Что-то же должно здесь храниться, какой-то секрет. Так, заберем сферу. Толкай. Отлично, теперь надо ту хрень растопить. Чтобы ее растопить, нужно поставить сюда. По-моему, здесь, да. А, ну здесь он уже стоит. Ладно, проверим. Встанем над платформу и проверим.
Ладно, проверим, что она тут. Во. Теперь надо эту сферу затолкнуть вниз. А может, и не обязательно ее вниз ставить. А, нет, в любом случае ее надо вниз поставить. Это же... Получается, подставка идет на третью колонну. Ну, сначала мы тут ее поставим. Потом повторим ту же загадку. Вот здесь, да? Да, какие же мы молодцы. Надеюсь, это какая-нибудь броня будет с иммунитетом к смерти. Но, увы, не так. Сфера удачи. Какая-то хрень. Ладно. Может, у кого-то есть возможность поставить эту сферу. Ладно, немного удачи нам не помешает. А... Тут прикол. А для сферы удачи нужны, что ли, специальные эти? Серьезно? Вот я лопух. Зря время потратил на эту хрень. А, мы, кстати, сейчас будем незаконно, мы уже убили Сеймура. И я, насколько помню, что... Я вот не знаю, в какую я точно игру играю, но, по-моему, на полную. То есть, если мы вернемся сюда, в храм Макалании, тут, короче, будет такая сцена, нам подходит вот этот самый Гуадо. Вы предатели, вы там все это испортили. И у нас, короче, будет битва с темными Эйонами. Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! У нас есть сфера. We can show it to them. You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Вот ведь штварь его. Oh, wait. Run! Приветик. He's really done it now. Конечно. Мы купим смягчитель на всякий случай, это если у нас Юна и получит. Ну, или Юну заморозит. Такая музыка драйвовая, заметили? Пока сохраняться не будем, просто уходим. О, за нами погнались. Вот это экшон. Фига их там. Ну тут видно, что Гуада такие мерзавцы. О, вы видели, как один погнался за нами? Он сейчас догонит нас. Охрану на... О. Так это эти черти призывали существ. Это они виноваты в тем, что в Бесейт или где там? О, не в Бесейт. В Мик... Ну, вы поняли, короче, где Брисбол проходил турнир. Это они призывали существ. Гуада за этим виноват. В общем, поддержим команду. Ослепим. Скорее всего, если мы одного убьем... Вау. Вот это урон у Ваки. Давайте Лулу используем. Ответы немного молнии. Так, отлично, он вызвал путаницу. Кстати, а если мы атакуем смертельным котом Сида на Ваку, он же умрет, да? Ладно, не будем так рисковать.
Сейчас Лулу так стоит на пафосе. Беги, беги, беги. А, не успел, не догнал. А чё, сейчас мы не будем с этим, со снегоходом, не? Впрочем, я не против битвы с существами. Навык. Мастер тьмы. Ослепни очко. А, в смысле, глаз. Тогда Тидус. Все-таки реально мы очень вовремя прокачались, иначе бы мы не прошли Сеймура. И там буквально не хватало всего несколько навыков. Ладно, давайте используем Рику. Она еще не сражалась у нас. Своруем у льда. Арктический ветер. Арктический ветер, по-моему, можно для магии льда использовать, если у нас будет уровень третий. Кимари. Кстати, а Кимари даже лучше ворует, чем Рику. Из Кимари толковый вор, в отличие от Рику. Наверное, потому что он прокачан, у него ловкости больше. Ладно, Юна. Антилед. Думаю, будет полезно. Против ледового монстра. Помолимся. Давайте, Бусидо, падающая звезда. Новый комбо должен быть. Y, A, X, B, лево, право, B. Фига он его швырнул. Типа он аж улетел сквозь текстуру. Так, Оран, Тидус, пока. Потом прокачаемся. Мы как бы убегаем. Но музыка реально драйвовая. Давайте, здесь сокровища должны быть. Та-та-та-там. А давайте призыв Ифрита. Адский огонь на всех. Ну, молодцы. Юна заслужила свое очко, в смысле. Вы поняли, что я имею в виду. Ключ сферы, уровень 1, отлично. А, можно же еще вперед пройти. Давайте ускорим. Для уменьшения хронометража. Ага, это просто значит. А вот здесь секрет должен быть, тут же вниз. Не? Ну ладно. Сохранимся. О, нам пошли помогать. Или это им? Блин. Вот ведь отродье. Давайте Вака. Вендиго. И ослепили? Фига себе, вы охренели. Они его яростью... Так. Не, отражение у них никто магов нет. Юны.
Блин, не себя. Сука. Черная магия и сушение. Мы, кстати, еще не пробовали, не знаем, что это такое. Поглощает. Отлично. Иссушение очень полезное умение. Еще хильни ваку. Вообще, Орен должен использовать угрозу. Умение угрозы. Отлично, Лулу, она должна по... Ну, глазные капли не помогут. Персек помог избавиться от угрозы. В таком случае хильни Орена. Это будет долгая битва. Вытянем умение из него. Кстати, Кимари. Давайте попробуем ланс против него. Не, он ничего толкового не может. Опять угроза. Снимает. Давайте тогда Тидуса. Пусть он их убьет. А, они автозелье используют на 1000. Блеск. Давайте что-нибудь у него украдем. Икс-зелье. Нам надо реально продумать тактику, потому что... Или замедление их. Всех. Замедление всех. Ладно. Но не получится. Только 82 лишь это. Надо хильнуть нашего Кимари. Попробовать овердрайв. Отлично, так. Сложно, ребята, очень сложно. Ну, Кимари, по крайней мере, прокачано все. Давайте усыпим. А, иммунитет. Отлично. Гуады-то серьезные противники, однако. Давайте используем мегазелье для всех. И овердрайв. Окаменяет всех врагов. Ну-ка, а у них, скорее всего, иммуна. А Гвада нет. Отлично. От Гвада действует окаменение. Но сейчас должно быть проще.
Сейчас, по крайней мере, можно будет нормально ослепить его. Лулу. Нет, не Лулу, Тидус. Делаем задерживающий удар. Давайте снимем все положительные статуи с него. Статуи, статусы. А, не. Рулетка атаки. Не, мы придержим овердрайв. И его, пожалуй, его на Лулу поменяем. Просто атака. А, у него иммунитет к смерти. Сильная тварь. Вытягивание скорости. Рифу. Использовать ядро бомбы. Я думаю, против Виндиго лед будет вообще бесполезен. Кимари. Ора. Фига себе, он побежал пока со спины. Чисто в крысу атаковал. Опять. А вот усыпить его можно попробовать. Хильни. Давайте разрушитель силы. Кстати, мы же можем его сковать. Сейчас нормально можно будет. Не-не. Помолимся. Скорее всего, мы его сейчас добьем просто. Не, мы так не оставим. При всем желании хорошего исхода события, ну, нам нужно всех прокачать. Иначе нам очень сложно будет. Угроза. Давайте обездвижим его. Тидус. Мы верим в тебя. На три хода он, по-моему, его, да? Еще раз угрозу. Мимо. Это что за руки-базуки, типа? Я буду на кулачках драться. Молодец. Я знал, что Лулу закончит. И чё, и никакого опыта, ничего? Совсем ничего? Ну все, мы теперь вне закона. Он такой упадет, и мы под лед провалимся, да? Потому что это слишком очевидно. Да. Praise be to Yevon. That's what I would have said, if I was a follower of Yevon. We were all there, and in one piece. Even if I had a headache from wondering what was in store for us next. Для начала сохранимся. Спросим Дима. We're under the lake ice, aren't we? Видимо, да. Look, that's the bottom of the temple.
Ну да, вот это место как раз храм Макалания. We've fallen a long way. Еще удивлен, что мы все живы оставили. What now, I wonder? What now? You act first and think later, don't you? I mean, can't you be a little more responsible? We're all depending on you, you know? A lecture. No. Just a suggestion. You should place trust in your friends. But you can't expect someone to protect you all the time. You would do well to remember that. Is that a lecture? It's advice. Умеет подколоть. И Тидус, и Орен. Но, судя по всему, нам надо идти дальше. О, Лулу, господи, Юну отрубила. Hey, Waka, would you cheer up? Look, we only did what we had to do. It doesn't matter, don't you see? Мы отвергли учение Евана, да? I've always walked the path of Yevon. But now, I'm a traitor. How could this happen? Damn! It's not Riku's fault either. Рику совсем в этом не виноват. You don't know how I feel. Может, не надо поклоняться Юевану? Мы сейчас по ней ходим, и вообще похуй, да? Ладно, что скажет Кимари. Yuna will wake soon. Кимари knows this. Я понимаю, но, пожалуйста, Кимари, мне нужно сундучок забрать. I'm sure Yuna's okay. She's breathing fine and all. How are Lulu and Waka? Well, Waka's in shock. Can't blame him either. And Lulu, well, she's just the same as always. She's so together. All grown up, I guess. I guess. Ну, Лулу, да. Прям взрослая женщина. So, Камари, how do we get out of here? У него супер прыжок есть. Hey, don't change the subject. We climb. Кимари too. Only those who try will become. Huh? I think he means you have to work hard if you want to be like Lulu. Oh, I will. Кимари think Riku should stay Riku. Huh? Вот и правильно. Hey, are you saying I'll never be like Lulu? Кимари! How can you laugh at a time like this? Yuna? Просто чтобы Рику стать такой, как Лулу, ей надо сходить и сделать пластическую операцию. I wanted to convince him to turn himself in to Yevon's judgment. In exchange for marriage? Yes, if that's what it took. Брак вряд ли бы его изменил. So, what did Seymour say? He didn't say anything. Now I don't even think it was worth it. I should have told you what I was going to do. Enough! Dwelling in the past is futile. Hey, you don't have to say it like that! You want to waste time listening to her regrets? You don't have to say it like that. Our immediate concern is Yuna's pilgrimage. Are you willing to go on? Yes. But then, какие проблемы? Do you think Yevon will allow it? А какая разница? The faith are the ones that give power to the summoners. Not the temples or the teachings. If the temples try to stop us, then we will defy Yevon if we must. Whoa! I can't believe you said that! Sir Auron? Count me out. We have to atone to make up for the sins we have committed. Of course. It's not like I ever liked Maester Seymour, yeah?
No way I'll ever forgive him for killing Lord Jisco. And for trying to do us all in too, you know? But still, the bunch of us going against Yevon? No way! But still, сразу акцент на груди. У меня ощущение, как будто вот тот, кто снимал это все, в смысле ракурсы, просто извращен. Как будто там есть девятый член команды. I agree. И он просто снимал в этот момент. Сэр Орен? So it is decided. Will you come with us? I am the troublemaker, after all. Yeah, that's right. You can always count on Arin to complicate things. Yeah. Kimari roars, and Arin runs off, and... I never asked you to follow me. Hey, but that's what friends are for. Подкалывать right? друг друга. Yep. Thank you. Huh? Friends, huh? Или больше, чем друзья. Man, how can you all act like nothing's wrong? Must got nerves of steel or something. You're too edgy. Listen to the hymn and calm down. Что за псало? Я говорю, может быть, listen to your hand, послушай голову и успокойся. Is that coming from the temple? Yes, it is Yevon's gift. It soothes the hearts of the faithful. А, стоп, раз мы продвинулись вперед, можно забрать сундуки. Не? Понятно. Ничего. This place smells Kimari. Во. Люцифера уровень 3, да? Ну-ка, погодите. У кого-то из персонажей был третий уровень. Ну-ка, проверим. А, нет, только второй уровень. Блин, был бы третьим, мы могли бы использовать святость. А святость — это очень полезное умение. Ладно, что ж. Поговорим с Лулу. Who is that singing? The faith. Oh. Huh? The faith? What? It can sing? Of course it can. Don't be a fool. Не глупи, фраза еще переводится «Don't be a fool», «Не будь дураком». Ну, это дословный перевод. Yeah, over and over. But not this good, that's for sure. Another trait you share. What? You were listening? То есть он тоже эту песню пел? Please, can I get a little privacy? Нет. Он будет даже знать, если ты делал кое-что другое. All right, you're not originally from Xanarkand, are you? You homesick? Maybe. Say, how'd you get to Xanarkand anyway? Sin? I thought so. That proved it. Sin was the link between Xanarkand and Spira. Which means, if we kill Sin, I'll never be able to go home. Фига себе, столько катсцены. Мне кажется, у нас вся серия уйдет на эти катсцены. We should get moving. А куда нам идти? The singing stopped. There's something here. The ground. О, Син под нами, что ли? С
Jackson, watch out! It was then I knew that Sin really was my old man. For the first time, I was finally able to believe it. The song you were listening to. What is it this time? Xanarkand. Мы вот что-то видим вверх ногами. Ah, you homesick too? Как будто Тидус говорит с Сином, со своим отцом, через сон. That's not your world anymore. You're Sin now. Hey, I'm older now, you know? I know. You want this to end. I'll find a way, promise. Мы вообще проснулись где-то в пустыне, что за хрень? Как это вышло? Он либо нас телепортнул? Не, серьезно, что за хрень? Как? Ну что ж, ладно. Значит, на этом мы закончим наше северное путешествие. Поскольку следующий будет пустыни Агровой, не знаю, что это за место. В общем, ты можешь подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, посмотреть другие прохождения игр серии, посмотреть смешные моменты. На канале все доступно точно для тебя. В общем, до скорого!